Телеканал КРТ представляє. Полярний та напружений світ. Саме зараз на нашій планеті тривають більше 40 війн та конфліктів. Лунають постріли та вибухи, помирають військові і цивільні. Розробляється та постачається нова зброя та діляться території. В історії людства були війни, які тривали менше 40 хвилин і більше за століття. Деякі війни закінчилися взаємовигідними угодами між країнами. Інші – принизливими програшами або втечею політичних невдах. А як щодо України? Воєнний конфлікт на Донбасі триває вже 6 років. Десятки тисяч загиблих, котли, численні жертви серед цивільного населення і безперервне прагнення миру. Примирення. Когда-то ми об этом забудем, но мы этого никогда не простим. Эти слова можно услышать от ветеранов любых войн. В Багдаде, в Дамаске, в Белграде, в Киеве, в Донецке, в Луганске. Вокруг войны всегда есть непримиримые, которые желают победы любой ценой. И те, кто устал от бессмысленных убийств. Красный Крест, ОБСЕ, ООН, другие посланники мира приложили немало усилий для остановки кровопролития. Но, когда переговорщикам не удавалось найти компромисс, война и мир замораживались, и статус конфликта низкой интенсивности растягивался на десятилетия. В полярном мире мы будем сравнивать мировые войны и конфликты с войной на Донбассе. Сегодня мы рассмотрим югославский конфликт, тоже европейский, тоже постсоветский и тоже совсем недавний и закончившийся принудительным миром. Будет ли Украине полезен опыт уже 7 новых политических образований? Что у нас общего, а что точно неприменимо? И какой опыт можно перенести на восток Украины, мы узнаем у наших участников программы. Це програма «Полярний мир». З вами Оксана Вітер і Володимир Рубан. А також з нами сьогодні Валентин Якушик, конфліктолог, доктор політичних наук, кандидат юридичних наук Андрій Гожий. Адвокат та правозахисник, керівник Українського офісу правозахисної організації «Мережа солідарності зі Швейцарією». З нами скайпом Руслан Бортник, експерт-міжнародник, а також Катерина Шемкевич, вчений балканіст. Дуже раді бачити. І перше питання експертам. Що в нас все ж таки є спільного? С научной точки зрения, общее при рассмотрении югославского конфликта и украинской трагедии – это то, что есть некие историческая память и исторические корни конфликта. Есть противоречия межрегиональные, культурные и экономические. Есть внешний фактор, когда внешняя среда рассматривает украинскую территорию или части ее территории как части своего пространства, которое они не могут просто так отдать или которое должны переработать. Дальше общее есть это отсутствие стратегического мышления у людей, находящихся в центре событий, которые думают лишь сегодняшним днем, а вот сейчас мы так решим, а других мы заставим. Оказывается, так не работает. И еще есть глобальные стратегические программы, связанные с переформатированием геополитического пространства и локального политического пространства. Есть эгоистические интересы, ну, очень мощных сил, которые в этом мире действуют. Тобто великий масштаб локальных конфликтов, але локальные конфликты, але великого масштаба. Есть более широкая сфера деятельности. Этот конфликт рассматривается лишь как часть решения некого имперского проекта, притом с разных сторон. И вот для того, чтобы оценить, что происходит в Украине, нужно обращаться и к опыту других стран, и привлекать интеллектуальный потенциал. В данном случае это и политологи, и историки, и особенно балканисты, которые знают реальные события, и мы посмотрим на них и скажем, ой,
Так это ж похоже на нас. Давайте перейдемо до балканіста. А этого нужно избежать. Так, перейдемо до балканіста. Скажіть, будь ласка, чи можна на даному етапі застосувати досвід країн колишньої Югославії? На даному етапі застосовувати взагалі досвід країн колишньої Югославії не радила і не раджу в майбутньому. Тому що югославські війни усі, починаючи з 91-го Хорватія і 92-го Боснія, завершуючи 2001-м Македонія, вони були викликані міжетнічними та етнополітичними причинами. Давайте запитаємо Руслана, як ви вважаєте, чи доцільно застосовувати досвід балканських країн, от країн колишньої Югославії, зараз при вирішенні конфлікту на Донбасі? Я думаю, що взагалі говорити про цей досвід досить складно, тому що це набір різноманітних досвідів, різноманітно направлених, тому що є косовська модель, є боснійсько-герцеговинська модель, є сербсько-хорватська модель, тобто кожна з них мала різний набір інструментів, навіть різний набір часто учасників і різний набір наслідків. Я думаю, що взагалі немає такого якогось універсального досвіду в світі, а ми сьогодні в світі нараховуємо понад 500 сепаратистських рухів, які контролюють 10% території земної кулі сьогодні, різні невизнані чи напіввизнані утворення. Говорити про такий універсальний досвід не доводиться. Лише два таких коротких приклади для початку нашої розмови. Дивіться, якщо ми подивимося на таку цікаву країну, як Індонезія, то побачимо, що там 4 різних досвіди завершення сепаратистських конфліктів. Збройне придушення – це Західна Нова Гвінея, сепаратистів. Замороження конфлікту – це Южно-Малукська республіка. Автономізація, розширення прав, схоже до нашого мінського досвіду – це провінція Чех. І надання незалежності територіям – це Східний Тимор, так званий. Навіть в сусідній, відносно нам, Британії – там є теж різні досвіди. Ірландія – незалежність, Шотландія, Уельс – автономізація, Північна Ірландія – це автономізація і фактично спільне керування з Ірландією. Різні всюди досвіди, треба розуміти. І тому такого універсального досвіду не існує. Нам треба шукати свою модель, виходячи з наших інтересів і з тої кон'юнктури внутрішньої і зовнішньої, яка складається. Ми сьогодні будемо намагатися розглянути все ж таки два різні досвіди. Трішки пізніше про це поговоримо. Я би хотів вам задати вопрос, Екатерина. Сразу переходя на етнічні конфлікти і міжнаціональні, просвітіть нас немного в історії Югославії. Наскільки там різні народи? Существует гипотеза, что на пересечении трех разных мировоззрений государство не выдерживает своей стабильности и рано или поздно разваливается. Югославия – это народы южных славян или это разные народы, действительно разные национальности? Или они сформировались буквально недавно, последнее время? Важно наличие там представления о том, что существует три цивилизации, основанные на религиозном, там, на имперском факторе. Там три різні релігійні групи. Абсолютно різні. Вони сформувалися під впливом різних релігій. Це єдиний південнослов'янський етнос. Єдиного восточноєвропейського нету етноса в вашій концепції? Як було до 1917 року? У мене немає концепції з приводу того, що існує єдиний східноєвропейський чи східнопівденний етнос. За історичними, якщо подивитися історичні джерела, це всі південні слов'янські народи або наші сформувалися, наші, це мається на увазі південні східні слов'яни. Щодо Балкан, там почали формуватися етноси на основі південнослов'янського етносу. Далі під впливом релігії, особливостей географічного розселення сформувалися різні абсолютно етноси та нації, які і потім зіштовхнулися після смерті Тіту, зіштовхнулися і почали відстоювати власну незалежність. Тобто це було те, що є, а не те, що придумано. Я би хотів таке предложити взгляд. С точки зрения царя-батюшки до 1917 года на территории Российской империи существовал один восточно
славянский этнос, русский народ. Тут жили южные славяне, малоросы, белорусы, как часть единого этноса. Потом большевики от этого отступили и начали делать ставку на то, что есть все-таки три народа, каждый из которых заслуживает на свою государственность. То же самое, как и царь-батюшка в России, делал Иосиф Броз Тито, маршал, да, или генералиссимус даже. Он заявлял, у нас единое югославское государство. Но он признавал этнические различия между ними. Теперь у нас другой взгляд. Мы говорим, что там есть разные этнические группы со своей историей, в том числе и геополитической историей. Они входили в разные имперские пространства, и ориентация геополитическая была разная. Если мы посмотрим на босняков-мусульман, то к ним на помощь в их дело, восстановление их независимости, приехали муджахеды из Афганистана, приехали революционеры из Ирана, арабов толпа прибыла туда, и турецкое правительство оказывало. К сербам приехали русские националисты. Русское правительство было очень слабо, да, а советское вообще не обращало внимания на эту проблему. Русские националисты приехали, а хорватам помогала Германия, реально защищая их и защищала Западная Европа. Ну, не говоря, конечно, о французах и англичан, у них были свои интересы, чтобы сохранить все-таки какие-то элементы единого югославского государства. И если можно, к этому я в поддержку того, что Руслан Бортник сказал, что там много различных в Югославии очень важных опытов. Вот если возьмем Косово, например, да, то в Косово есть опыт ирредентистского движения, когда нация хочет воссоединиться с другой частью своей нации, да, в Албании, но понимает, что этого нельзя сделать. И тогда они говорят, ну хорошо, будет независимость временная. Потом то же самое в Македонии. В Македонии албанцы тоже очень хотели бы присоединиться к Албании. Но не получилось. Но не получился и вариант с Косово, независимой части Македонии. И тогда пришли к выводу, что пускай будет два государственных языка в Македонии, и очень широкие полномочия передают македонцам на местах. Точно так же, если мы обратимся к опыту хорватов. У Хорватии большой опыт, первое, провоцирование ирредентистского движения, хорватского движения в Боснии, чтобы хорваты вернулись в Великую Хорватию оттуда. Не получилось. Тогда опыт сотрудничества со своими оппонентами и даже врагами, с мусульманами, против более опасного врага, как им представлялось, сербов. Не сохранять единство той территории, а хорошо, своеобразный ирредентизм. Создаем конфедерацию с мусульманами. Ну, может быть, потом с ними разберемся, да, если так смотреть. А может быть, будем временно пока так существовать. Если мы возьмем Боснию, тоже масса различных опытов. Опыт один – провоцирование конфликта, думая, что, ну, придавим этих сербов, их сколько, 30%. Они привыкли жить так, как им скажут. А нет, не получается, хоть их 30, хоть 10%, все равно есть национальная гордость, и вызывают этот конфликт. Опыт боснийский какой, есть соседняя империя, остатки империи, да, в виде Югославской народной армии. Если сербы подняли руки, националисты, ну, не могли они предоставить какой-нибудь серьезной программы действий, то Югославская народная армия действовала, поддержала сербов в первую очередь. Дальше огромный опыт вмешательства извне. Германии, Франция и Британия не хотели идти на провокацию такую, провозглашение независимости, неподготовленной независимости Боснии. Германия сказала, давайте, да, хорошо, и спровоцировали это. Давайте не забегать. И опыт урегулирования конфликта. Американцы целый ряд різні приходили со своими идеями, и точно так же, как в свое время в Молдавии они сорвали договоренность о конфедерации, также в 92-м году сорвали договоренность между тремя комьюнити, тремя общинами, да, и потом, это один раз сорвали, Лиссабонское соглашение, потом Афинское соглашение, и, наконец, когда уже можно было проявить себя как настоящих миротворцев и со своими правами прийти, все, Дейтонское соглашение. Различные опыты есть, и Украине есть чему учиться, и дури, которая там была, у нас ее тоже достаточно, и мудрости со стороны хотя бы внешней среды. Пані Катерина, прокоментуйте, будь ласка, репліку пана Валентина. І скажіть все ж таки, чому ви вважаєте, що в нас все-таки дуже різні досвіди і не можна це застосувати?
етнічні народи на Балканах розвивалися окремо, починаючи з 10-11 століття, коли там почали виникати перші середньовічні держави. Існувала окрема боснійська держава, існувала окрема Далматинська республіка, існувала окрема хорватська середньовічна держава, існувала окрема держава Чорногорська, існувала окрема держава самих хорватів і босняків, і всі вони розвивалися окремо. Якщо словенці і хорвати з самого початку орієнтувалися на західну співпрацю, між собою ці держави середньовічні взагалі ніяк не контактували. Якщо ви хочете, попередній спікер говорить про те, що був пан Тіто, він підтримував етнічну різноманітність. Ні, так не було. Ця етнічна різноманітність існує з 10-11 століття. Це доведені факти. Візьміть будь-який підручник з історії і почитайте. Ніхто там не конструктував. Ні, послухайте, будь ласка, я вислухала ваш спіч, тепер, будь ласка, послухайте те, що говорять люди, які займаються цією проблемою дуже довго. Не можна казати, що хтось там конструював придумані і наразі придумані етнічні нації. Кожна нація сербська, боснійська, хорватська, вони почали формуватися в добу середньовіччя, 10-11 століття. Жодне з цих народів не збирався жити вкупі. Їх, як і колись українців в 22-му році, тоді ще Тіто, раніше їх зігнали в єдину державу насильницькими методами. Не було тоді альтернативи. Вони пішли жити разом, але вони не збиралися жити разом. Ні в середньовіччі, ні в нову добу після Першої світової війни. Що стосується досвіду врегулювання, тут різні розмови ведуться з приводу використання боснійського досвіду, хорватського досвіду. Щодо хорватського досвіду, можемо використовувати тільки досвід повернення окупованих територій. Ми би хотіли повернутися к этой... добре. Повернутися, але, к этим двум сценаріям, з вашого дозволення, і про те, що програми ви питаєте. Якщо використовувати модель Хорватії, ви то це повернення... Екатерина? Так. Я бы попросил вас чуть позже вернуться, потому что мы бы хотели, с вашего позволения, чуть более подробно разобрать этих два сценария. А сейчас Тобто ви вважаєте, що Союзна Федеративна Республіка Югославія була штучним, ну, до певної міри штучним утворенням? Так, це штучне утворення. Угу. І, тобто, ну, до цього його... було Королівство Югославія. Практично ще одне штучне утворення, куди по суті хорвати, словенці, інші народи не хотіли вступати. Ну, ми признаємо тому, що мультинаціональний лідер Броз Тіто, як його називали, західні країни, ніжний диктатор, держав дружбу між народами в Югославії железним кулаком в якій велюровій... Він своєю персоною. Но... І підтримував статус Югославії во всьому світі, як уважаємого государства, влиятельного. У нього більше 140 наград західних стран. Руслан, як ви вважаєте, скажіть, будь ласка, все ж таки Югославія була штучним утворенням, чи... чи, я не знаю, все-таки добровольно всі співіснували і... Так. Зараз вже, скажімо, штучний розпад. Колеги, я не хочу сперечатися про історію. Ніхто в студії цій не знає достеменної історії і не може її знати. Вона завжди пишеться переможцями, а потім переписується ще з кожним ровним переможцем. Тому це дуже сумнівний діалог. Єдине, що скажу Катерині, не захоплюйтеся моделями своїми також. Чому? Тому що в Європі немає жодної великої країни, яка б не була клаптикова. Чи то ми візьмемо Німеччину, чи то візьмемо Італію, чи то візьмемо Францію. Там існували на цих територіях держави століттями, по 500, по 600 років, які сьогодні зникли і створили єдиний німецький чи французький, чи відносно єдиний італійський етнос. Всі ці моделі, вони дуже хибують. У нас всі великі країни в Європі, включаючи, на жаль, Україну, вони клаптикові. І з точки зору етнічної, і релігійної, і культурної. Ну, це наслідок того кількоразового переселення народів, яке переживав наш континент.
Тому тут до цього не варто дивитися. Давайте дивитися краще в майбутнє, колеги. От що з цим робити? Де шукати точки перетину? Як уникати лексики, яка не дозволяє нам насправді вести діалог навіть, і тим паче досягати якогось примирення, реінтеграції територій, повернення людей? От що з цим робити в майбутньому? Не треба старі проблеми і хронічні старі хвороби нести в наше майбутнє. Пусковий гачок у Югославії, на нього натисли футбольні фанати. Умовна війна починається з матчу ненависті між «Динамо» та «Червоною зв'язкою». Фанати «Ультрас» на трибунах, на барикадах, в окопах. Стадіон з символічним названням «Максимир» і пам'ятною табличкою тим болельщикам «Динамо», для яких війна почалась 13 мая 90-го року. Сражением на этих трибунах и чья жизнь брошена на алтарь Отечества. 138 пострадавших в Загребе болельщиков и полицейских. Знаменитый удар Бобана. Звонимир Бобан, будущая звезда Милана, тогда капитанствовал в «Динамо» и лично участвовал в драке. Впоследствии он сказал, те стычки послужили поводом для вспыхнувшей войны. Через 4 года полицейский, которого он ударил, публично простит Звонимира. А по поводу «Ультрас» из Братиславы, «Ультрас Цервена Звезды», лидером фанатов Делия Север, герой из северной трибуны стадиона «Маракана» в Белграде, Желька Ражнатович стал впоследствии сербским полевым командиром генералом Арканом со своей сербской добровольческой гвардией «Тигра Аркана», через которую прошли более 10 тысяч сербов. Через год в Югославии начнется война. Чем вызвана такая ненависть именно на стадионе? Движение «Ультрас» – это субкультура, это движение протеста изначально, доказывать любовь к команде не только на трибунах, но и на улице кулаками. Когда поддержка команды становится вторичной, а первичной получается влияние политических идеологий. Я бы хотел обратиться к Руслану Бортнику. Болельщики – это именно фан-среда, которой я когда-то принадлежал. Будучи студентом, я ходил в фан-тусовку, ходил на все матчи абсолютно. И это просто еще одна радикальная группа, которая используется в разворачивании такого рода конфликтов. Вместе с правыми и левыми националистами, вместе с уголовными кругами. То есть просто используются те люди, которые склонны или способны к насилию. То есть потому что для нормального человека переступить эту грань и взять в руки оружие и начать кого-то убивать очень сложно. Для этого нужны специальные люди, которые морально это уже переступили или переступали, понимаете? Поэтому, конечно, ультрас, а мы видим, что ультрас в Украине – это вообще специфическая группа. Вы обратите внимание, что все ультрас украинские, они идеологически правые. Хотя это не так в мире огромная масса левых ультрас. Посмотрите, что делали с Зазулей в Испании, с нашим футболистом Зазулей в Испании, например. В Украине движение «Ультрас» давно было под контролем определенной правой франшизы, правой идеологической франшизы, я бы даже сказал бы правой, очень-очень правой, потому что там уже за границей христианства, там уже неоязычество, вот такие все вещи. И, конечно, это движение выступило одним из локомотивов и противостояния во время событий 13-14 года в Киеве и во время разворачивания конфликта на Донбассе. Конечно, это движение, оно использовалось как инструмент. Но кроме наличия радикальных групп в обществе, я еще вывожу два ключевых фактора возникновения кризиса сепаратизма в странах. Это первый фактор – это расслоение элит, когда части элит начинают ставить на внешних игроков. Одни на других, другие на других игроков. Вот расслоение элит, отсутствие солидарности элит хотя бы в базовых ключевых вопросах в отношении будущего страны. И второй фактор – это коррупция. Вот радикальные группы коррупции и расслоения элит практически во всех случаях дают вооруженный конфликт, сепаратистские движения или внешние вторжения. Поэтому это было неизбежно. Мы это понимали в свое время и пытались найти диалог с фанатской средой еще
в 2010-2011 годах, но это уже было сложно, потому что эта фанатская среда была достаточно управляемой определенными центрами влияния. Ну и с нами, нам с этим придется еще очень долго жить. А чому, пане Катпатін Катерине, скажіть, будь ласка, чому саме для Йогославії так футбольний матч став, ну, скажімо так, симптомом війни, чи може матч ненависті його так яскраво назвали? Чому саме для цих націй? Це, наскільки це для них характерно? Хорвати та серби мають тривалу історію протистояння. Це почалося так більш яскраво проявлятися в роки Другої світової війни, потім, коли очевидним став розпад Йогославії, фанати почали більш агресивніше проявляти свою ненависть на футбольних матчах. Можна побачити і в порівнянні з нашими, так, це, погоджуюсь з попереднім спікером, це політичні центри, які управляють добре організованою натовпом. Зрозуміти, що у цих натовпах є свої лідери, які можуть скеровувати оцю силу в конкретному напрямку. Тобто хорвати і серби побачили, що можна, це було вже нестримне бажання побитися і починати відстоювати власні уподобання, абсолютно різними методами. В даному випадку це було насильство. Спасибо, Екатерина. Скажіть, Андрій, видите ли ви аналогію «Северної трибуни», «Северний сектор»? И украинским вариантом правого сектора. Поначалу это тоже обозначало конкретное место на стадионе, где размещались болельщики. Можно ли в дальнейшем прогнозировать развитие каких-то конфликтов в каких-либо странах с помощью этой социальной группы заранее настроенных людей на протесты, как сказала Екатерина, у которых есть свои лидеры и на которых можно влиять определенным способом? Не всегда ведь болельщики занимаются коммерцией, работают с клубами по продаже билетов. Мы видим и довольно-таки неприятные вещи, когда болельщики на стадионах устраивают и дебоши, и срывы матчей уже по заказу каких-либо сил. Как вы думаете по этому поводу? Вы правильно упомянули коммерческую составляющую таких вещей. Почему все-таки болельщики? Да, здесь чисто утилитарный подход, потому что это удобно. То есть это не толпа, потому что если есть структура, это уже не толпа. Там есть десятники, сотники, командиры, то есть сетка высокомобилизованных людей. Многие из них с хорошей спортивной подготовкой, многие устраивают вылазки, тактические учения, уличные бои. Поэтому их использовать удобно. Их удобно использовать в качестве наемников, что мы знаем, в том числе участие в различных коммерческих разборках. Что касается югославского сценария, то и матча ненависти, так называемая, там был совершен такой так называемый казус белли, повод к войне. Но мы знаем из права, что повод – это не всегда истинная причина. Обычные драки фанатов не приводят никаким пагубным последствиям. Он в Британии дерется, Франция, все дерутся, поляки. Однако, как такой триггер, как то, за что может ухватиться политическая власть, а также теневые кукловоды для того, чтобы развязать конфликт, показав жестокость с одной или с другой стороны, в одном или другом ракурсе. Примерно похожее было и произведено у нас на Украине во времена Майдана 2014 года, когда те или иные средства массовой информации, органы пропаганды для того, чтобы воспитать ненависть в обществе, показывали либо как ужасный Беркут избивает детей, либо, с другой стороны, показывали, как злобные нацистские фанаты избивают там ребят из Донбасса или служащих срочников. Поэтому фанаты играют роль отличной картинки, мобилизационного ресурса,
і способу визову ненависті. А чи розглядав справи фанатів міжнародний трибунал потім? Ні, ні, міжнародний трибунал по Югославії розглядав не діла фанатів, він розглядав діла політичного і воєнного руководства югославських республік. Він розглядав преступлення проти чоловічності, проти чоловічества, воєнне преступлення. Тобто, як... Поскольку на драке фанатов не было совершено таких преступлений. Это, по большому счету, хулиганство, нарушение общественного порядка, убийство. То есть это в данном том случае конкретно, не говоря о дальнейших политических последствиях, а чисто уголовно, это просто общеуголовное деяние, которое наказывается в стандартном порядке. Вот скажите. Ну вот этот случай, это формальный повод развязать всеобщую анархию. Не произошло бы этого, произошло бы что-то другое. Условия так сложились. Первое – это ослабление репрессивного аппарата. Тита не только любили и уважали, Тита боялись. Там была спецслужба. Они расправлялись и с преступниками, и своими политическими оппонентами. Второе – идеологический вакуум. В Югославии была очень мощная идеология самоуправленческого социализма. Его пропагандировали многие левые социалисты во всем мире. Это было интересно. Я представляю, вспоминаю, когда я был в Югославии еще в советские времена, тайком мне удалось привезти в СССР вот те книги югославских теоретиков. Да? Это было... А может, просто вышел в его час? Просто... Да, ну развалилось. И Тита ушел, и не срабатывала эта концепция. Дальше духовный кризис. Не только идеологический, но и духовный. Затем провокационные вбросы. Болельщиков кто-то должен был накрутить, за этим кто-то стоял, и не только уголовные элементы. И это все было в условиях естественного разложения старого, когда нужно было найти выход. Для этого должны были быть умы. Действительно, в Югославии мощная и дипломатия, мощный государственный аппарат, теоретики, но не нашлось тех, кто принял бы решение, как Дэн Сяопин и китайское руководство. Это один вариант сохранения империи. Второй вариант, как в Чехии и Словакии. Мирный развод. Или, как сделал мудрый Кравчук и Ельцин, они мирно развелись со всеми ошибками, но они не спровоцировали тогда войну за Крым, за Донбасс, за что-то еще. И, наконец, международные гиганты. Уже Югославия была страна, которую было не жалко. Раньше Югославию поддерживали финансово и давали возможность югославам ездить, работать в Германию и в Европе, потому что Югославия была фасадом демократического социализма. Ее нужно было уберечь от вовлечения ее в советский лагерь. А в это время, в 90-м году, югославы обращались к международным финансовым структурам за помощью, им отказывали. Потому что они уже были не нужны. И кроме того, были концепции. Нужно ли сохранять такую мощную европейскую страну, помогать ей восстановить, или лучше ее разделить по частям и потом включить в европейский общее пространство. Там много разных факторов. А вот эти фанаты, они были частью деструктивного движения для прежней системы. Кроме того, были и другие элементы. У нас фанаты тоже такое же хулиганство, связанные с криминальными или полукриминальными элементами. Но кто рушил старую систему? Еще, можно сказать, сельские консерваторы-традиционалисты. Они были там тоже, но они потом себя проявили. Ну и это, конечно же, диванные теоретики. Они в своем нарциссизме готовы были развалить все, что угодно, лишь бы их концепция вот для этого небольшого этноса, чтобы она победила в этот момент. Много разного другого. Недомыслие национальной элиты и недомыслие многих международных демократических деятелей. Но в то же время это сознательный, такой четкий расчет на то, что эту страну не жалко и с ней нужно кончать. Ее нужно постепенно переваривать в других структурах. И готовы были пойти на очень большой, жесткий, жестокий конфликт. Пані Катерино, скажіть, будь ласка, чи згодні ви зі всіма факторами, які перерахував пан Валентин, конфліктолог? А можемо ли ми говорити, що була государственная політика Мілошевича, направлена на домінування сербов над другими націями? Тобто це вже націоналізм був, як государственная політика?
Давайте по пунктам. Попередній спікер почав казати, що були якісь зовнішні змови про те, що Югославія була невигідна. Десь 10 років тому британські архіви почали розсекречувати документи, коли вийшов термін. Так от там можна вже побачити, про це говорять і російські науковці, і британські, і американські, про те, що Югославія була вигідним торгівельним партнером економічним для західного світу. Ніхто її ззовні розвалювати не збирався. Більше 80% економічного товарообігу Югославії було пов'язано з Британією, Сполученими Штатами, Францією та Німеччиною. Югославію збиралися прийняти до єдиного економічного співтовариства. Хто там збирався розвалювати економіку? Пані Катерино, це виключно внутрішні фактори. І чи все ж таки зовнішні фактори теж мали місце? Зовнішніх факторів, ну так, щоб виділити зовнішні фактори чіткі, вони були, вони не настільки конкретні, як зовнішні фактори, внутрішні фактори. Тобто внутрішні каталізатори були набагато сильнішими, ніж зовнішні. А не оказання фінансової допомоги? Отказ масовий? Не відмовлявся європейські країни і американські. Ви зрозумійте, будь ласка, що ви оперуєте даними, які не підтверджені. Я займаюся вивченням Югославії вже більше 15 років. Ну, немає там таких даних про те, що відмовили надавати фінансову допомогу. Постійно йшла матеріальна і матеріально-технічна фінансова допомога від країн європейської спільноти, від Сполучених Штатів Америки. Ніхто не відмовлявся фінансувати. Здебільшого це відбулося через те, що зникла і сама персона Тіто з політичної арени. Ви прив'язалися до матчу ненависті, це спалах такий, який показав, що Югославія і оцей самоврядний соціалізм, і теза єдинство і братство, вона не працює. Перший потужний спалах, про який чомусь усі забувають, це була 1971 рік, Хорватська весна, коли Тіто придушив виступи молоді, які нам вимагали від влади, щоб вони надали право в університетах і в Хорватії, право на самоврядування і право використовувати більше права політичні в самій Хорватії. Тоді Хорватську весну придушили. Придушив оцей напівхорват, напівсловенець Тіто. Це був перший прояв того, що теза югославізму не працює. Дещо пізніше з підпілля почали виходити косовські націоналісти, які почали створювати таємний університет, створювати паралельний таємний уряд. І на це Тіто закривав очі. Зрозуміти, ну тобто там були здебільшого не зовнішні фактори, це були внутрішні каталізатори. Ми поэтому і обратились к вам як експерту, а почали ми з матча ненависті, тому що аналізуємо последній югославський кризис із цикла цих війн. Тому ми ищемо начало і дивимося, як вони розвивалися, і намагаємося прийти к аналізу, яким образом відбувся процес окончания войны, процесс мира. Югославські війни стали найбільш кровопролитними в Європі після Другої світової війни. Це безперечно, майже на всіх територіях усіх нових державних утвореннях, окрім Чорногорії, були воєнні конфлікти. Наймасовіше вбивство в Європі після 1945 року стала різанина в Сребрениці у Боснії. 7-8 тисяч боснійських мусульман вбито у 1995 році. Скажіть, будь ласка, чому такий прояв конфлікту? В Боснии? Ну, Босния – это такой взрывоопасный материал, с которым нужно обращаться очень осторожно. Для этого должны быть мудрые люди и внутри страны, и вовне. И когда в дурь прут местные, то кто-то должен сказать: «Ай-яй-яй, вы знаете, что было раньше? Посмотрите, вы знаете, что было в другой стране?» И предложить проекты выхода из ситуации. И казалось бы, в начале 92-го года такой проект был. Да, создаем локальные коллективы, да, такие громады,
в которых в одной будет большинство у сербов, в другой будет смешано сербско-мусульманское, в третьей смешанное хорватско-мусульманское. И затем нужны зонтичные структуры, как это удержать вместе. И мы вам еще денег дадим. Если не хватает чего, то пришлем, как потом сделали, немецких полицейских, британских судей, австрийского верховного, как его сказать, управляющего почти что в должности монарха. Но для этого у Запада должна была быть, раз уже Советский Союз отсутствовал, он не мог себя вести достойным образом, потому что решали уже все, исходя из своих собственных проблем. Да? А вот здесь на местах не хватает разума, тогда кто-то говорит, для того, чтобы избежать конфликта, давайте-ка будем решать по-умному. И несколько вариантов. Но слишком много хотели развалить все это. Мусульманские деятели, мусульманские революционеры, муджахеды там и другие хотели получить первую европейскую мусульманскую страну. А в Соединенных Штатах... Они загинули. Они загинули, но многие остались. А Соединенные Штаты подыграли в этот момент мусульманам. Можно изучить соответствующую литературу западную, как в Европе вот этого ежа под ее мягкое подбрушье подбрасывали. То же самое, что и потом с Косово. Потом будем расхлебывать, потом поймут, ай-яй-яй, так не надо было. Как в свое время президент США Обама сказал, да, вот Ливия – это моя ошибка. Так вот, кто-то может сказать, Клинтон, слава Богу, в здравом уме может подумать и сказать, да, там было целый ряд, был целый ряд ошибок и его, и предыдущей администрации по Югославии. Я, опять же, не хочу снимать ответственность местных элит, но если они примитивны, стали примитивными, они на великолепном уровне могли решать международные вопросы. Югославия помогала решать различные конфликты, о которых Руслан Бортник упоминал, некоторые из них. И во многих других странах. И сейчас еще сохранилась эта элита. Но тогда пришли к власти похлеще нашей зеленой поросли, да, которые принимали совершенно неадекватные решения. Опять же, призыв к мудрым людям мира. Опомнитесь, в ситуациях такого конфликта, как в Югославии или как сейчас в Украине, должна быть большая мудрость и должен быть баланс. Нельзя использовать этих людей и эту территорию просто как орудие против соседа или против какой-то идеологии. Тогда слишком многие боялись старой идеологии, вот того демократического социализма. Социал-демократия шла на спад. И боялись большой восточноевропейской самостоятельной, еще с имперскими амбициями державы. И пустили это на самотек, а иногда подталкивали в пропасть. Ну, такая сукупность факторов. Я бы хотел задать следующий вопрос Руслану Бортнику. Войны, которые начались в период распада, первая фаза войн, период распада Югославии, насколько они не могли закончиться самостоятельно, что пришлось, обходя разрешение Совета Безопасности ООН, НАТО применить две довольно мощных первых в истории в Европе крупных операции, как обдуманная сила и объединенная сила, союзная сила. Надо ли было бомбить вот так города и принуждать к миру? Сложно мне сказать, потому что я не был участником тех событий, не понимаю до конца логику принятия этих решений. Скажу так, что мне кажется, что все же НАТО выступило здесь стороной конфликта, а не посредником, не миротворцем, а именно стороной конфликта. И конфликт, конечно, был решен, основная масса конфликтов на этом бывшем югославском поле были решены за счет интересов сербов. Мы это чудесно понимаем. Они, вот за счет, они проиграли эти оба этапа, и за счет их эта ситуация пока что, скажем так, решена, но не нормализирована. Потому что я в прошлом году был в Хорватии, на специальной конференции по миротворчеству, где собирались министры обороны, министры иностранных дел того периода разных стран. И все участники конференции пока констатировали огромный потенциал для восстановления конфликта, который сегодня пока удерживается сильным Европейским Союзом и относительно сильным НАТО. Как только это внешнее влияние на этот регион
оно уменьшится или, не дай Боже, пропадет, военное противостояние в регионе восстановится в той или иной мере. Мы должны это понимать, конфликт не завершен. Ну, так считают те люди, которые там работают. Они много чего интересного рассказали по опыту урегулирования. Но между тем, чем были опасны и чем страшны были балканские войны, что это были войны за территории, не за людей. Вот есть два разных типа конфликтов. Есть типы конфликта за контроль над людьми, над определенным народом, цивилизацией, системой социальной. А есть конфликты над территориями. Этим и обусловлена такая резня, которую мы наблюдали во всех югославских конфликтах в том числе. Это был конфликт за территории. В силу того, что Югославское королевство и Союзная республика Югославия длительное время проводили политику унификации, они сливали разные этносы, разные культуры воедино, границ между ними четких не было. И, соответственно, был огромный потенциал, у каждого была своя историческая правда в отношении того, кто, что, где должен контролировать, кто здесь, где, когда должен жить. Эта проблема не решена до сих пор, и те границы, которые есть в современной Югославии, они, скорее всего, временны с точки зрения исторического такого-то, знаете, цивилизованного будущего. Этот конфликт может восстановиться. Похожая ситуация и в Украине в какой-то мере существует. Но главное, что хочу еще сказать в этой ситуации, смотрите, в каждой резне, в каждом микроконфликте или конфликте на территории Югославии была своя спусковая точка. Где-то расстреляли какую-то семью, где-то напали на правоохранительных структуры, где-то прошел какой-то матч. В каждом есть вот этот казус белли. Но в основе все же разворачивания конфликта лежит деградация государственных институтов, разрушение законности на определенной территории. То есть ситуация, при которой правоохранительные органы или не хотели, или не могли выполнить конституционные законные нормы, которые на то время существовали в этом государстве. И вот как только перестает существовать общественный договор, хотя бы частично на той или иной территории, разрушается ранее существовавшее общественное поле, сразу возникает конфликт, сепаратизм, и он оборачивается в полномасштабную войну, потому что вместо полицейского приходит армия, приходят комбатантские группировки. Так, и мы уже маємо переходити до власне... двох сценаріїв, які є, ну, таких умовних, звичайно, сценаріїв. От я хотіла б розповісти про «Буря». Таку назву отримала операція хорватської армії та поліції. І результатом стала ліквідація невизнаної сербської країни, збунтованої території, яка не визнавала владу Хорватії. Розкажіть, будь ласка, наскільки взагалі, ви вже сказали, що не дуже актуальні для нас моделі югославські, але, пані Катерина, все ж таки хорватська війна, якою вона була, за якою моделлю була побудована, і чи підходить вона для України? Хорватська війна чи хорватський мир? Хорватський мир, да, хорватський сценарій. Будемо говорити... Его еще называют «мечта националистов» или «упущенный шанс для перемирия». Ну, называть его так могут по-разному, но сами хорваты считают, что это была одна из наиболее удачных, взагалі, там две были поэтапные операции. Одна проведена в травні, а інша проведена в серпні. Тобто самі хорвати дуже пишаються подібним поверненням території, не дивлячись на те, що 200 тисяч сербів просто втекли з району сербської країни і до сусідніх країн. І цей регіон залишається економічно депресивним навіть зараз. Але позитивного такого вони називають, що навіть не людські втрати, їх ніхто взагалі не рахує. Це просто повернення територій. Це один позитивний момент, який взагалі відзначає. Тобто про кількість людей хорвати взагалі намагаються не говорити. Тут мова йде саме про території. Про людей маємо розуміти, що якщо використовувати даний механізм повернення назад території, він буде пов'язаний зі значними людськими втратами. Ніхто добровільно з цих територій виходити не буде. Це будуть значні людські втрати воєнних з обох боків і значна частина втрат серед цивільного населення. Але це один із можливих варіантів повернення окупованих територій. Тобто це один, так, хорватський варіант. Три варіанти.
Так, будь ласка, як ви прокоментуєте? Було реалізовано два варіанти. Перший – це операція «Буря», коли при закритих глазах со стороны европейских и международных вообще военных, которые полицейских сил, в том числе были украинские полицейские, там они мне рассказывали, как они вынуждены были закрывать глаза на то, что Европа дала отмашку хорватам, забирайте эти территории. Это был повторен опыт 1948 года в Палестине, когда говорили, что нужна земля, без народа, но без массовых истреблений, как это было в деревне Дейр-Ясин. Тут специально спровоцировали отток населения. А если были мудрыми сербы, а может быть они оставили бы там все это население и лишь вывели вооруженные отряды оттуда, тогда очень было бы сложно международному сообществу реагировать так, как оно реагировало, что на пустые территории. Итак, первое. Земля без населения, которому дали возможность за пару дней уехать, ликвидировали вот ту де-факто самопровозглашенную республику. Но это было в Книне, на юге Югославии. А на севере, вот там, где Вуковар, за который долго воевали тогда, там была стратегия, я бы ее назвал так, компромисс с позицией силы. Уже поняли, что помощи ждать вот этим сербским сепаратистам неоткуда. Потому что поднял руки лидер Сербии, он рассчитывал, что его оставят живых. Но это был лишь первый этап разгрома Сербии. И там мирно более-менее интегрировались в Хорватию, но без всякой автономии. И третий вариант был, который сейчас для Украины фактически предлагают, это Минск-2. Интеграция при сохранении широкой автономии фактически на конфедеративных основах. Примерно как Гонконг или Макао в Китае. Но для этого нужно было проводить другие переговоры и другой вариант интеграции в Хорватии вот этих двух сербских краин. Ну и совершенно логично, что такие воєвничі люди, как Юрий Луценко, они кажут, все, вот треба повторити цю операцію «Буря» і вигнати всіх тих, як вони називаються, лугандони і інші. Да? Йому фактично нужна земля без людей. І працювати довго, сильно, напряженно і мудро не треба. Но совершенно інші фактори. Там не було рядом страны, которая стояла на защиті сепаратистов. Сербия слишком слаба, и при том это все было даже через Боснию, через ту территорию. Сербию додавили. Россию еще никто не додавил. Вот если бы Россия бы сказала, да-да-да, все, просто нас не трогайте. А, еще сейчас говорят, три американских бывших посла сказали, а давайте мы с них снимем санкции и чуть-чуть деньжат дадим. Да? Они на кого? Вот на это русское правительство и на тот русский народ рассчитывают. То есть, ну вообще, просто полный бред в отношении того, что ожидать от России, и второе, что ожидать от позиции украинских сепаратистов на Востоке. Они не согласятся на первый вариант. И на второй вариант никто их не разобьет, их бы лично бы разбили, если бы там были вооруженные силы европейцев, которые закрывают глаза на то, как будут выгонять то население. Но россияне введут свои вооруженные силы. Ну, просто реально, это реал-политик. Поэтому остается для Украины вот этот третий, нереализованный в Хорватии вариант. Или еще четвертый вариант. Пусть все будет как есть. Время от времени перестреливаться, время от времени обмениваться пленными и удерживаемыми лицами. И так пару десятков или пару сотен лет мы будем существовать. Тем более, что нам один из бывших военачальников рассказал, что каждый год украинская армия освобождает, по-моему, 24 тысячи квадратных километров. За пару тысяч лет всю территорию смогут такими темпами освободить. Скажи, пожалуйста, может для Украины все ж таки якийсь інший вариант подходить решения конфликта у югославских, Украина колишня Югославии? Скажи, пожалуйста, пані Катерина. Для України необхідно шукати власну модель врегулювання конфлікту, тому що ані боснійські, ані хорватські сценарії нам наразі не підходять. Відповідно, на підписання Дейтона чи на підписання навіть Вашингтонської угоди в 1994 році чи підписання Охридської рамкової угоди – всі пішли навіть не з заплющеними очима, а просто пішли, тому що це припиняло війни. Припинити в такий спосіб війну в Україні не піде ні Європейський Союз, ні Сполучені Штати Америки.
Украина достойна уже трибунала? Югославские войны были самые кровопролитные после Второй мировой войны в Европе. И в заключении трибунала указано, что виноваты все стороны. Будут ли, как вы думаете, по вашему мнению, создавать военный трибунал по украинскому кризису? У вас два вопроса. Или достойно трибунала, или будет такой трибунал сформирован. Насколько реалистично, да? Да, насколько это реалистично. На первый вопрос отвечу «да», на второй вопрос отвечу «нет». Достойно ли действительно, поскольку страна раскалывалась, начиная с 91 года, всеми политическими силами, ненависть настолько культивировалась в стране, что мы пришли к стадии уже кровавой бойни. И когда эта кровавая бойня произошла, когда в каждую семью, либо к родственникам, друзьям пришли похоронки за 6 лет войны, что на стороне непризнанных республик, что на стороне подконтрольных Киеву. Если у нас здесь сейчас здоровые силы в понимании гуманитарного права беспристрастного суда, которые готовы взять вот этот весь комплекс и разобраться, кто был прав, кто виноват, кто проводил геноцид здесь, кто там. Нет. Поэтому для этого и существуют международные структуры, которые разбирают такие конфликты. Таким есть Международный уголовный суд в Гааге, который сформирован по Римскому статуту. Однако мы признали его компетенцию очень специфически. Мы признали ее по Майдану, но только по тому Майдану, когда людей убивали со стороны режима Януковича, и только частично по Донбассу. Как бы весь Римский статут нами не ратифицирован до данного момента. А соответственно, в данный момент мы не можем разбирать Украину полностью там. Ну почему? Для международного гуманитарного права не имеет значения внутренние какие-то... Не имеет значения. Имеет значение сила, могущая принудить. Кто сейчас может создать такой трибунал и принудить Украину участвовать в нем? Является ли конфликт на Донбассе, вот реально отбросим вот все, настолько вот важным во всем мире геополитически, что кто-то будет заморачиваться созданием, созывом специальной конференции, разработки устава, модели, формирования суда, прокуратуры, обеспечение, это колоссальная работа. Кто будет заморачиваться этим Донбассом? Поэтому ключ от мира в наших руках. Мы должны сами заморочиться своей судьбой. После всего, что человечество пережило, уставшее от войн и демагогии, давайте бороться за победу здравого смысла. Другого пути нет. Все войны заканчиваются миром. А мир, как вы уже знаете, он лучше. Це була програма «Полярний мир». З вами були Володимир Рубан та Оксана Вітер. І дякуємо нашим гостям. До зустрічі!